Здравствуйте, друзья! Мы со Светланой отправляемся на дело. По делу, можно так сказать, в современных терминах. А дело состоит в том, чтобы присмотреть мне автомобиль новый. И вот покажи бумажечку. Вот у Светланы в руках такая шпаргалка. Я ее составлял, пытаясь понять, какие модели мы хотим поглядеть. Модели эти, список, пришли в значительной степени из того, что советовали наши зрители. То есть некоторые мне бы и в голову не пришло смотреть, но мы посмотрим, я надеюсь. Получилось там где-то 17 моделей. Но не 17 разных дилершипов нам нужно, потому что в некоторых дилершипах есть по нескольку машин, которым надо было бы посмотреть. Хотя у меня заранее есть какие-то сомнения. Например, вот у нас там есть два Volvo, там 60-е и 90-е. Но я подозреваю, что 90-е здоровенные очень. Поэтому, но все равно мы как бы идем и посмотрим. Пару мерседесов надо глянуть, но мы сегодня не пойдем в мерседес, потому что во вторник, сегодня суббота, а во вторник у меня там назначена встреча с Еленой, сейлс-менеджером, и мы будем видео с ней снимать, там заодно, может быть, там поговорим. Вот, и сегодня мы не планировали туда попасть. Но я составил, значит, такую табличку с моделями, сколько они примерно стоят, какие у них габариты, потому что я чувствителен к габаритам. Вот конкретно эта машина, на которой вот я сейчас еду, она меня вполне устраивает. По габаритам. Левее? Да. Она меня вполне устраивает. Я не хочу больше. Ну, то есть больше для меня уже совсем что-то не, лишнее. Если там на дюйм, там, туда-сюда, я переживу. Но если это там по-серьезному, много машин, которые по-серьезному больше. Поэтому так я их заранее не очень принимал. Один из критериев, который у нас присутствует в сознании, это цена, ценовой диапазон, в котором мы смотрим. И когда нам там советовали Теслу, тут у меня написано, правда, я не думаю, что мы пойдем смотреть Теслу, потому что там 80-90 тысяч, это не... Я не понимаю, вот как бы, зачем мне такая машина. То есть я не такой фанат, это не удовлетворяет никаких моих потребностей. Как говорил Остап Бендер, машины не роскошь, а средство передвижения. Для меня в основном. В этом смысле, да, Тесла как бы... В этом смысле, безусловно, мы хотим там какого-то уровня комфорта от машины тоже, да? Конечно. Но как бы понтов у нас в этом смысле нет никаких, какого-то фанатизма в отношении. Знаете, вот есть там... С придыханием. Есть люди, которые там, вот он как вдал в газ, и она жж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 
которые в Америке вот именно для таких людей делают. Вот. Но это как бы тоже не совсем наш такой подход. Нам нужно потихоньку, по-блогерски, чтобы камера стояла, чтобы тонко ехать. Место нужно. А если ты рванешь так, то как тут, уже тут есть еще момент очень интересный. Сейчас много стало SUV, очень много SUV, очень много кроссоверов. Предложение невероятно большое. И очень много хороших, откровенно хороших машин. Примерно в одном диапазоне ценовом и так далее. То есть выбор очень большой. И в этом смысле иногда, например, срабатывает, ну вот конкретно вот дил какой-то. Да, вот ты пришел там, было там 5 мест, и все 5 вроде хорошие, но вот тут тебе дают дил. Допустим, когда мы покупали машину Светину, вот Мерседес там, 3 недели назад, то там, когда тебе цену дают, вот там говорят, ну да, допустим, там 50 тысяч стоит машина. И говорят, но к этому делу есть еще всякие, ну, наценки там. За всякие услуги, там регистрация, там туда-сюда, налоги заплатить. И есть такой термин даже out the door. Да? Сколько она стоит out the door? То есть ее можно увести. Налоги включены, конечно. Вот. Поэтому получается процентов там может быть 12, там, даже не 10, побольше, там 12%. То есть на машину в 50 тысяч, 6 тысяч будет вот эта вот цена, чтобы ее out the door. Вот так она стоит, 50, а вот... Да, чтобы укатить, значит, 56. И нам вот этот вот out the door, его скостили. То есть они говорят, ну хорошо, вот мы вам с цены сбрасываем этот out the door и отдаем вам out the door по цене, как она вот на полу стоит, вот тут. И, то есть, как бы конкретно хороший был дил. И я все эти автомобили... Проверь, да? Нет,
левее, да. Значит, я все эти автомобили проиндексировал, да, посмотрел, какие у них там рейтинги, посмотрел там несколько разных рейтингов. И есть, безусловно, некоторые лидеры, но надо смотреть конкретно, и плюс надо еще посидеть. Знаете, вот ты когда сел в машину, и ты прокатился, бывает, что ты сел, и тебе уже не хочется. Да, Свет? Да. Бывает, что вот сел, и говоришь, нет. Вот, а бывает, прокатился сначала, а потом говоришь, нет. Поэтому наша задача сегодня где-то посидеть, где-то прокатиться и сузить список. А среди явных фаворитов, вот на этот момент, вот когда мы только вышли из дома, среди явных фаворитов у нас Audi 5, Volvo, там их несколько, там есть 90-й, 60-й, но вот я смотрю на 60-й, 90-й, мне кажется, здоровенный очень. Я смотрю на 60-й, но это не значит ничего, потому что мы можем прийти куда-то, увидеть машину, может быть, она даже чуть поменьше будет, как вот там класса, и вдруг ее захочется. То есть у меня нет уж прямо такой, знаете, 100% заточенности, ну, примерно есть, как вектор есть. Вот, поэтому, да, так вот, среди лидеров у нас Audi, у нас Volvo, Toyota, безусловно. Toyota, Lexus. Lexus, извиняйте, титушку. Значит, Lexus. Я с большим интересом присмотрюсь к Infiniti и к Acura. Как бы ожидаю от них что-то. И я хочу сказать, что Mercedes мы тоже не списываем. Абсолютно. Тут у тебя еще Porsche написано. Еще, да, там еще есть Porsche, там еще есть Jaguar. Но сегодня мы не попадем на Porsche и на Jaguar. Сегодня, значит, мы пойдем... Почему? Porsche у нас стоит в списке. Сегодня? Да. Значит, короче, мы сегодня поедем просто по улице. И на этой улице дилершипы слева и справа. Так получилось, что из тех 7 дилершипов, которые мы наметили, справа только 2, а слева 5. Поэтому мы сначала поедем туда, вот пряменько, где их 2. Выходим, да. Там, мне не нравится вот этот. Так, значит, сначала поедем там, где их 2. Света, какие там первые у нас? Первый какой? Volvo и Audi. Сначала будет Volvo, потом мы прокатимся, малька, там будет Audi. Потом мы развернемся и поедем в обратную сторону. И там уже почему-то будут... Почему-то странно, мне казалось, напротив Audi Lexus находится. У тебя давай, сначала идет Porsche. Давай, читай список, что получилось. Ты же видишь, почетным, нечетным хорошо все видно. Значит, после того, как мы так развернулись... Вот я тебе об этом говорю, там, по-моему, Audi был напротив Lexus. Но у тебя при повороте идет сначала Porsche, потом Lexus. 33, ты прочти 40. Просто. Просто прочти. Ну, да, Volvo, Audi, Porsche, Lexus, BMW, Infiniti и Acura. Вот это на сегодня? Ну да. Значит, 7 дилерш... значит, на обратном ходу Porsche, Lexus, BMW, Infiniti. На Infiniti там есть QX 50 и 60. Мы посмотрим на Acura RDX и MDX. Вот, у них у всех очень высокие рейтинги. А ты не поставил адрес или поставил? Адрес? Как не поставил? Поставил? Я поставил, да. Вот это, да? Она нас сейчас ведет. Да. Навигатор нас сейчас ведет на Volvo. Это совсем немножко. Он говорит, одна миля осталась. Вот мы сворачиваем на эту улицу, которая называется Стивенс Крик. Вообще это очень удобно, что очень мы удобно. Сделали на одной улице все дилершипы. Вот мы когда приехали, удивлялись, почему как бы однотипные конкурирующие фирмы находятся рядом. Вроде бы конкуренция же больше получается. То есть человеку не нужно никуда ходить, чтобы купить что-то у конкурента. Да. На самом деле покупателям, конечно, очень удобно. И это вот еще... Это привлекает еще, людей. Нет, это еще один поинт в пользу того, что здесь все на благо человека и все во имя человека. Ну, Светик, логика какая? Когда много машин в одном месте, то это привлекает на эту плазу, да, конечно, тех людей, что... которые не определились, которые, да, хотят, да, посмотреть. Вот как у мы? Них как потому мы. Потому что в противном случае пришлось бы ездить по всей долине. У нас расстояния такие серьезные. Есть такие места, где стоит один дилершип. Есть такие места, где стоит 3, 4, 5, 6. Тоже есть такие. Да, вот у нас не так далеко от дома есть. Ну, там 3, 4, 5, 6. Ну, там не все, да. Вот здесь все-таки вот. А здесь много. В течение, там, ну, скажем, если не останавливаться, то... скажем, 5-6 минут езды, да? Да, и ты проедешь их все. Ну вот слева, справа и там всевозможные. Прямо город целый. Целый город. Вспомогательные сервисы всевозможные. Есть места, где продают машины из рентовки.
вот там отдельный у них как бы типа дилершип, да, то есть они там пользованные, но они из рентовки. В рентовке машину держат там пару лет, она за эти пару лет может проехать, допустим, 40 тысяч миль, то есть прилично. Вот, и они ее там уже отдают, там за сколько-то отдают. Так что и такое тоже тут есть. В общем, мы практически приехали. Тут Land Rover, но мы сегодня туда не идем. Вот он, Land Rover. Range Rover, да, у нас там есть одна из наших машин, это Range Rover. Но мы сегодня сюда не заедем. У нас там Velar, да, самая первая машина в списке, Range Rover Velar. Да. Она недорогая, или, а нет, 55 тысяч, нет, но она подороже, да, подороже большинства из них. Вот, ну, не знаю, так, и рейтинг технический у нее тоже какой-то не самый такой. Но я, честно говоря, никогда ни Land Rover'ов, ни Range Rover'ов, ни, так сказать, не рассматривал, не пробовал, внутрь не садился. Вот Volvo. Вот мы приехали. Да, вот он этот самый Volvo дилершип. Сейчас надо найти место, где мы встанем. И мы продолжим. Ну, где встать? Интересно, да, как тут они... Мы сейчас поищем местечко.